Значит, что говорил нам классик в начале 19 века Карамзин? Слово, которое определяет Россию, воруют. Это было тогда, когда была жестокая власть Николай I, полиция, все кругом. А Гоголь, пожалуйста, показал нам, что такое это ревизор. Что все, все продано, все украдено. Понимаете? Вот. Наверное, я так размышляю, может быть, я не права, но виной тут 300 лет под игом татаро-монгольским. А восточная, как бы сказать, бухгалтерия всегда купи-продай все, убей за деньги. Это бытование диктатуры. В любой диктатуре все только подпольно и за деньги. Впрямую нельзя. Подпольно и за деньги. Интересная беседа. Да, и мало того, наши князья при этой татаро-монгольской диктатуре продавали все, продавали родину, продавали братьев, только чтобы их оставили на их месте. Эта традиция очень страшная, но это было 300 лет. Было 300 лет. Поэтому наши детишки рождаются все немножечко такие. На малышей смотрели, на врожденных, они все раскосенькие.